Меня зовут Анастасия Жемчугова. Я закончила целых два курса у снегирей. Сначала это был курс сценаристов комедии, а следующим летом это был уже курс сценаристов комедии 2.0. То есть пошла на повышение, так сказать. Я хотела научиться, лучше научиться писать комедии. Я чувствовала, что мне нравится именно этот жанр еще до первого курса. И на самом деле находкой было обнаружить все эти предложения именно по курсу о комедиях. У меня было некое образование уже к тому моменту, но вот так, чтобы прямо про комедии, предлагали только они. Не пожалела я, причем даже приехала к ним офлайн, тогда еще была такая возможность, хотя я ездила из Петербурга на эти курсы каждую неделю, все лето, это было чудесное лето, это был чудесный курс. Мы очень здорово поработали, у меня возникло целых две идеи, одна для сериала, другая для полного метра. Полный метр был в итоге доработан, с ними сейчас езжу по всяким разным питчингам, вот, и, в общем, он меня теперь представляет.